Вот, ребята, произошло у меня небольшая неприятность. Короче, поехал я, человек попросил песок. Двор узенький, высыпали возле ворот к сараю перетащить. Короче, приехал я, зачерпнул, разровнял кучу, чтобы заехать во двор, потому что куча полностью была высыпана перед воротами. Все, заезжаю на кучу, и резкий удар, и трактор падает вниз. Но я подумал, что стрелу отломало, потому что полный ковш песка плюс нагрузка сильная. Думаю, самоделка все-таки отломала. Но влажу и обалдеваю. Вот у нас вот такой вот швеллер 14-й. Держал балку. Вон там качалка стоит. Вот здесь палец. Вот он. Вот это я уже новый приделал. И такой вот казус. Два года назад, смотрите. Вот один шов. Короче, я когда делал трактор, я прихватил балку. Ну, то бишь, один шов здесь, один шов там. Все собирался на болты. Здесь проваривать, здесь и на болты. Но как-то все потихоньку пошел. То ли отвлекся, то ли день закончился. И я как бы на этом как бы не заострил внимание. Но это большое упущение, конечно, мое. Короче, я проездил 2 года. Что я на нем только не делал. Ну, вот видно, здесь уже вот грязь насобиралась. Вот это вот было дополнительно собиралось проварывать. Косынки плюс болты. Этого я не сделал, потому что забыл. Так и проездил 2 года. Но, как всегда, я трактор не жалею, режу по полной программе. Возил я в карьере и песок, и камни, и строился, и землю. Вот у меня такой самодельный кун, пока такой временный, потому что нету гидроцилиндров, чтобы переделать. Вот. Здесь у меня уже, ну, копир сделан на быкак, с мягкого тонкого металла, его крутит, ломает, но при этом работает. Вот. Вот что произошло. До этого я катался на тракторе без этого. Как бы. И вот думаю я, хорошо, что это на скорости нигде не сломало. Потому что на старом тракторе мне было серьезная такая же херня с балкой. Только там было на болтах, и болты обрезало. Чисто на болтах, без сварки. Вот. Так что, ребята, кто делает, не спешите, не забывайте. Ну, так получилось, блин. Как я отвлекся, никто не... И пошел дальше. Ну, сейчас вот у меня уже здесь проварено. Здесь я проварил. Изнутри проварено. Сейчас прокручу дырки, поставлю болты. Здесь вот палец. До этого палец фиксировался у меня. Сейчас покажу. Вот, фиксировался только здесь, как бы болт. Прикручивался, чтобы палец не вылетал. Но сейчас приварил я вот сюда вот болт. Вот гайка. Здесь вот шайба. И чтобы болт тянул как бы вот эту вот швеллер. Вот этот. Чтобы он не разъезжался. Ну, мало ли, я на всякий случай, чтобы уже наверняка. Чтобы не разъезжался все-таки туда-сюда. Какая стенка толстая не была. Ну, делай на всякий случай, чтобы не разъезжалась. Вот решил таким образом поступить. Ну, в принципе, ну вот, вот его так вот выкрутило. Та сторона ровненько отломалась, а это выкрутило. И вот здесь поддон я уже выровнял. Упало на поддон, погнуло поддон. Вот. Все, я назад гидравликой поднял, закатили мост, приварили и домой я доехал. В принципе, вот такая вот конструкция. Вот так она работает. Так что не торопитесь просматривать. Ну, что-то все делал, все вроде бы везде все усилил. Просто я думал, стрела сломалась. Не ожидал, что балка. Но именно упущение было то, что в этом месте я забыл это все усилить. Я как-то не, просто все покрасилось. Я к этому как бы не вернулся, не обращал внимания. Так я и проездил. Вот так вот. Ну, пока так. Все. Всем удачи.